Это какая-то шутка? Вы знаете этих людей? Дальше я сам. Здравствуйте, Айк. Меня зовут Ингрид. Хотя вы это и знаете. А я Ман. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто снабжал вас информацией, когда вы писали пьесу «Триединство»? Или вы где-то нас заметили, а потом наняли кого-то за нами следить? Я с утра обычно плохо соображаю. Майк, стопроцентный я. А Вирджиния, это я. Считайте, что мы вас разыгрываем. Вчера в зале я ощущал именно это, что меня разыгрывают. А потом испытал дикий гнев. Но история с такой мощью и искренностью прорвалась внутрь, заполняя собой все укромные уголки. Не спрашивая и не давая шанса на спасение от полного обнажения, от того, что вывернут наизнанку, представлен зрителю максимально уязвимо, на их суд, где каждая их эмоция может быть приговором. Так глубоко никто не проникал в суть моего мироощущения. Какой момент из моей жизни стал поворотным для отбора моей кандидатуры, Айк? Самое смешное, и я сам себе удивляюсь, что еще не ушел. Мне почему-то сложно поверить, что вы оба сумасшедшие. Чего вам на самом деле надо? Правды? Я не собираюсь подавать на вас в суд. Произведение получилось прекрасное. Словно увидела себя в параллельной реальности или в какой-то конкретной точке своей жизни. Просто признайтесь, почему выбрали именно меня? И меня. Почему?